Дельфийские игры подошли к концу. И сегодня подводят итоги и совсем скоро назовут имена лауреатов. Все участники собрались на одной площадке, где пройдет официальное закрытие мероприятия. Находится там и моя коллега Ольга Сомкина. И она готова рассказать, какая там царит обстановка. Сейчас мы находимся в фойе приморской сцены Мариинского театра. Это вполне логично. Завершать эти грандиозные творческие состязания здесь, в этих академических стенах. Здесь в фойе собралось около 2000 человек, участников 17-х Дельфийских игр. Звучит духовая музыка, и буквально через несколько минут вся эта молодежь и стремится в большой зал, где пройдет торжественная церемония закрытия 17-х Дельфийских игр во Владивостоке. Обещают, что это будет грандиозное представление. Наши камеры уже находятся в зале. Мы обязательно будем следить за всеми деталями, за всеми подробностями. И все вам расскажем и покажем в 8-часовом выпуске новостей в прямом эфире. Следите за новостями.